Всем привет! Пришли ко мне наконец колодочки. Да, ожидал я от них большего. Потому что колодочки, сейчас я вам покажу, пачкаются. Вот они. Черная пыль это, которая потом будет на дисках. Второй минус у этих колодок, то что нету по центру прорези. Соответственно, будет перегреваться диск и будет плохое торможение. Коробочка у них была открытая, но это не самое страшное, конечно. В принципе, все есть. Все на месте. Где-то я тут читал вот, то что Германия здесь на коробочке. Ну не знаю, поставлю, посмотрим, что они из себя будут представлять, как они будут себя вести. На выходных, наверное, буду устанавливать, засниму ролик по установочки, как раз посмотрю, что у меня там с диском, потому что диск я тоже смотрю, у меня там был под замену. Еще я на днях вам запишу ролик, как заказывать у нас в России запчасти самому. Для тех, кто не умеет, в принципе, можете чуть-чуть подождать. Я все расскажу, покажу, как я это делаю. Пришли они, в принципе, довольно-таки быстро. Вчера они были транзитом по программе в Ростове, а сегодня они уже оказались в Анапе. В принципе, как бы автопитером я доволен. Пришли они в течение 6 рабочих дней. Ну, время покажет, как они себя поведут. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч.